Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Экка Микконен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия. Вопрос, конечно, не по адресу. Это не вопрос к официальному представителю Министерства иностранных дел. Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы? Ну, вы собираетесь, да, в Чеченскую республику? Какой ответ? Вы получили главное. Вы получили, считайте, приглашение. Дело за малым. Собраться. Но вы же не боитесь?